Церковь собирает свидетельства нарушений прав человека во время протестов в Зимбабве. А в церковных больницах монахам помогают активисты неправительственных организаций, сообщает Седмица со ссылкой на Файдес. Жертвы насилия постоянно обращаются в наши церкви в надежде на помощь. Мы направляем их в наши больницы, фиксируем все обстоятельства происшествия и передаем эти свидетельства властям и правоохранительным органам в надежде, что они примут действенные меры, говорит отец Федерик Чиромба, генеральный секретарь епископальной конференции Зимбабве. В стране многие правоохранительные организации свидетельствуют о нарушениях прав человека и неоправданных жестокостях, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов в отношении демонстрантов, протестующих против роста цен на топливо. Несмотря на осуждение чрезмерно жестких мер властей по подавлению протестов со стороны епископальной конференции, епископы заявляют, что всеми силами стремятся примирить страсти и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров для преодоления кризиса в стране.